Absolute Bet, made for live betting. Nordavind Tricket. Эти команды не так давно уже встречались на турнире Lootbets Make My Beach Cup. Тогда Nordavind оказались впереди, там буквально на пару раундов третьей карты, по-моему, со счетом 16-14 или 16-13 закончилась эта игра. И вот сегодня они здесь, на UCC Summer Smash, снова встречаются. Да, это две команды, наверное, которые все-таки претендуют за проход на сцену выше, из этого тира в более высший дивизион. И эти две команды как раз-таки закончили групповую стадию со счетом 3-0. То есть это первые команды, которые вообще в плей-офф прошли. И да. Сейчас вот по сетке они столкнулись вместе в финале Венеров. Я думаю, в принципе, это справедливо, то, что они именно здесь и оказались. Именно на этой стадии, потому что если бы не встретились раньше, кто-нибудь упал бы вниз, возможно, вылетел. А так вот у нас будет достаточно красочный финал этого турнира. Очень красочный финал, и будет его освещать для вас Дек из Лоба, соответственно. Спасибо, что смотрите этот турнир с UCC. Сегодня у нас что? Сколько было три запланировано? Два. И очень интересно. Давайте посмотрим, наверное, команды-участники, посмотрим сетку вообще, как там дела обстоят. И что происходит? Команды практически не осталось. Собственно, Tricket и Nordavind — это участники верхней сетки, которые нам сразу же после этого слайда, я думаю, и покажут. Chaos, Aristocracy, XCOM, EGO. В общем, там такая сложная ситуация у поляков возникла, что можно, наверное, целую книгу по этому поводу написать. О том, как кто-то захотел совместить две организации, кто-то не захотел там играть. В общем, дикие решафлы. Ну и в конечном счете... Ну вот сетка у вас перед глазами, но Nordavind Tricket как раз-таки в шаге уже от финала этого турнира. И у них вообще какое-то постоянное соперничество. То есть я еще вспомнил, они на Миноре, по-моему, встречались, и там тоже со счетом 2-1 выиграли Tricket. И вот эти команды постоянно друг с другом борются. И, в общем-то, сейчас счет по встречам таким индивидуальным 1-1, если последние встречи вспоминать, то вот сейчас третья решающая. Принципиальная игра для коллективов выходит. И внизу, соответственно, Illuminar Aristocracy. Кстати, да. Та самая команда, которая отказалась играть уже под тегом XCOM в совместном проекте XCOM EGO. В общем, куча изменений, и тем интереснее будет этот турнир. Это концовочка этого турнира. Что ожидаешь? Кто у нас дойдет до гранд-финала все-таки? Какие две команды? Я думаю, наверное, авангарда точно должны здесь добраться все-таки. Так, а сверху? Nordavind или Tricket сегодня? Но если Tricket сделали работу над ошибками, я думаю, сегодня они должны побеждать. Но опять будет матч очень плотный, близкий. Я думаю, все три карты, возможно, мы увидим. Ну, давайте посмотрим ростеры команд, чтобы вспомнили, кто в этих командах, соответственно, играет. И статистику. Сколько им лет, какая у них статистика по КД. Да, разумеется. Но здесь, безусловно, повыше Tricket будут. Да, тут и Эйкер 1.18 имеет КД, 1.13 так... у Борупа. И таких вот игроков нет у Nordavind. То есть Хелзерк, конечно, такого вроде бы такую роль играет вместе с Тенски. Тенски тоже временами что-то так бустится жестко, я прям не узнаю его. В том-то и дело, что вот предыдущий матч, как раз я его комментировал, Tricket-то индивидуально выглядели гораздо сильнее. То есть в каких-то перестрелках, каких-то агрессивных выходах они постоянно разменивались плюс для себя. Но вот потом за счет командных каких-то взаимодействий Nordavind часто их просто либо хитростью брали, либо там какими-то мувами непонятными, нестандартными. И вот здесь Tricket просто нужно собраться и вспомнить, кто они такие, наверное, и не оставить шансов своим оппонентам. Ну, что дальше? Давайте посмотрим форму команды за последние три месяца. Что у них тут пока? Ого, 109. Да, матчей очень много. Tricket бьют рекорды, по-моему, потому что я, опять же, видел 90 с копейками, по-моему, ранее. Возможно, кстати, это как раз-таки у Tricket, но они успели поиграть еще немножко. И вот за последние три месяца у них 109к. Да сейчас вообще рассвет тир-2 сцена. Ты просто вспомни, сколько турниров проходит постоянно, сколько игр команда играет за день. Не бывает играть 3-4 BO3 за день на разных турнирах. И поэтому это, конечно же, круто для них. Они очень серьезно бустятся, в первую очередь, по каким-то... стратегическим, там, тимплею и так далее. То есть у тир-1-то столько турниров нет. Мне сон приснился, то, что я кастил 8 Best of 3. И там была одна команда. Кошмар. Map win rate у вас перед глазами, дорогие друзья. Давайте немножечко проанализируем, попробуем понять, какие карты были бы удобны, в первую очередь, и Tricket, и Nordavind сыграть, исходя из винрейтов, да? Не увидим мы точно вертига, не увидим мы карты трейд здесь. Это 100% перманентный бан с одной и с другой стороны будут. Это, кстати, для Tricket плюс, потому что, в принципе, а на остальных-то картах все в порядке. Ну, то есть, винрейт везде больше 50%. Нюк, посмотри, вот у Nordavind, проседает немножечко Nordavind, но
Напомню, что в предыдущем БО3 Трики также пикали нюк. И я вот не помню, как там все закончилось. По-моему, даже Нордовинд его отжали, либо очень серьезно соперничали там. Поэтому тут все сложно. Мы много раз говорили, что вот эти винрейты, они часто не отражают действительности. Давайте посмотрим уже наконец-то, что же там все-таки напикали, набанили у нас команды. И будем думать уже, как у нас это БО3 будет протекать. Ну, как ты и говорил, Вертига тут же улетает в бан. Я думаю, следующее будет Трейн, потому что там 80% винрейта у Трикет. И, конечно же, Нордовинд не захотят ее играть. Да. Дальше пикают нюк. Вот пока что все по дефолту. Будет оверпас, наверное, сейчас какой-то от Нордовинд. И, в принципе, ничего не меняется. Одни и те же карты, вы понимаете, что они третий раз встречаются и третий раз играют одни и те же карты. Да. А это команды, которые привыкли просто разбираться на оверпасе, нюке и инферно, если что. Но тем интереснее для нас, потому что команды уже, ну, настолько друг друга знают на этих картах, привыкли, знают, как они атакуют. И здесь уже сыграет, выиграет тот, кто придумает что-то новенькое, скорее всего. Но посмотрим, как вы считаете, дорогие друзья, кто же выйдет победителем. Голосуйте, пишите в чатик T и N, соответственно, если вы голосуете за Трикет, либо за Нордовинд. Посмотрим, сколько вас и... На кого все-таки ставит чат? Вот знаешь, я жду, что Нордовинд все-таки выйдут куда-то на крупный чемпионат, в конце концов, на то же самое DreamHack Open, допустим, как минимум. Ну, то есть это такой, знаешь, некий старт для подобных команд, которые, ну, в принципе, отбираются туда, и потом уже, возможно, DreamHack Masters смогут отобраться, там же и Сели рядом будут. Ну, опыт какой-то набираться да, нужно. Да-да-да, и чтобы все-таки возродилась организация LGB, мы увидели их на мажоре. Вот, так вот такие вот мечты у Алексея. Ну, давайте узнаем по статистике по первой карте. Посмотрим, как команды вообще играют на карте Денюк у нас. Ну, а-а-а. Трикет, конечно же, хорошо все это. Ну, по опыту, по проценту побед, здесь, конечно, Трикет вот на шаг впереди. Но, опять же, ты отмечал, что встреча была между этими двумя коллективами весьма плотная, последняя на нюке, поэтому... Здесь все в таком случае неоднозначно будет. Ну, они датчане. Датчане всегда хорошо играли нюк. Вспомним Астралис, которые непобедимы были на нюке какое-то там долгое время. Да, да. То есть это вот как Трейн у польского региона, в принципе. То же самое. Здесь нюк у Трикета. Ну, Нордовинд, я уже говорил, что неплохо могут здесь навязать свою борьбу. И также хорошо играет этот карту, этот нюк. Все-таки, я думаю, Норвегия, Дания, ну... Недалеко ушли, да, друг от друга, поэтому интереснейший матч наш ожидает. Ну и посмотрим результаты, какие все-таки, за кого чатик топит. Ну, конечно же, за Трикет. Ну, как и всегда, в принципе, чатик знает, кто выйдет победителем. Посмотрим, в этот раз угадает 50%? Или нет. Да, 50%, я напомню, за групповую винрейт. Стадию у чатика 50% финрейта. И посмотрим потом. После турнира, наверное, посчитаем еще плей-офф и будем уже думать, как-то растет у нас чатик или нет по винрейту, или все-таки... Чисто на 50 на 50, как у Фокуса все предикшены. 55 на 45. Да. Кстати, вернулся уже. И, возможно, все обрадовались, потому что, наконец-то, появилось у нас это звено спустя месяц, наверное. Да. Кто не знает, то Cyberfocus женился, так что у вас есть шанс поздравить его, написать ему в Твиттере, я не знаю, ВКонтакте. Он будет рад любого слышать. Был пацан, нет пацана. Да. Еще минус один. У вас перед глазами винрейты конкретно с этого турнира. То есть мы видим, что сторона КТ все-таки преобладает очень серьезно. 60% на 36% — это такая серьезная разница. На живой выигрывают Трикет. Они, конечно же, начнут за защиту на этой карте. Да, будет начинать за сторону дефенса, и здесь, конечно, это огромный плюс будет для норвежской команды набирать большое количество раундов. С самого старта нужно не отпускать пистолетку, в первую очередь, с нее и начинать. Да. Очень важно как раз-таки за атаку эту пистолетку отжать, потому что с этого и строится, в принципе, большое количество раундов за атаку. Ты берешь пистолетку, берешь там потом полуэкономический полуфорс какой-то, очень часто команды любят в защите здесь форситься, потом у тебя уже вот и 3-0. И это хороший старт, хороший задел. Ты можешь добрать еще 2-3 раунда и, в принципе, комфортно себя чувствовать. Я видел команды, которые против системы шли. Это, по-моему, Энс и Monster Rider сыграли в рамках Mountain Dew League, регулярной лиги. Это ESA. И там на нюке они обе команды проиграли пистолетки за атаку, но при этом половину закончили 12-3 в свою пользу. Ну, такое бывает, что сделать-то. Нельзя расслабляться. Да, все зависит от коллектива, как раз таки, как они друг с другом готовы играть на нюке. Потому что в большинстве случаев по дефолту, наверное, все-таки
за защиту берется большее количество раундов. Друзья, напоминаю вам, что вы можете подписаться на наш паблик ВКонтакте. Там проводятся постоянные розыгрыши. Опять же, вы можете оставить свое мнение по поводу наших эфиров, в том числе обсуждения. Так что есть какие-то идеи, то предлагайте. Именно такой же баннер у нас по трансляции есть. Есть контакт уже на улице. Здесь Рубини пытается с своего P250 какие-то хедшоты найти на себя, отвлекать внимание. Вся его команда уже пушит на рампу. Отходит с Юж. Не стал он размениваться до конца. Его давят с Тесталёна. Это легчайший фраг для Кромана. Кстати говоря, Кроман — это действительно звезда команды Nordavind. Очень много он работы выполняет. А здесь Бубский подключается к этой перестрелке. Тенский Кроман погибает на размене. Хэр. И что, ситуация-то равная, 3 в 3. Рубина сверху хочет зайти, срубить кого-то, видимо, с точки А. Правда, не получится, скорее всего, потому что там игрока нет. Двое закрываются на аквариуме за атаку. Рубина, мне кажется, так не дойдет до фрага своего. Просто через винты Хунду навряд ли пойдет. Он сейчас выйдет. Он в спину будет заходить, пытаться играть роль люркера. Ой, просто прочитать ли позицию. Да, есть фраг по Хюндуну. Дефьюз не удался. Бороб, конечно же, зачекали. В итоге он также разменивается. Теперь бомба не очень удобно стоит под Рубини. Ему придется открываться. Но такое ощущение, что у Борпа просто не было информации. Ну и одного запушить. Да. То, что нужно было трикать сейчас сделать. В итоге можно дефьюз бомбу открыли. Китов нет. Китов нет. И в итоге неуверенная стрельба от Рубини. Дает фраг Бороб, сейвит 2 армора Трикет, но первый раунд за Nordavind. Тактически это все правильно сделать. То есть и были бы киты, спасло бы эту ситуацию, а так в итоге нет. К сожалению. То есть они понимали, что нужно давить одной из двух позиций, в противном случае вас с двух сторон будет зажимать. Да, согласен. И вот как я уже говорил, очень часто команды предпочитают делать форс бай. После первого проигранного защиты появляется ВАМАС, появляется фармган, пару пистолетов, есть даже раскид кое-какой, но вот китов нет снова. Да, хотя они, может быть, и не понадобятся пока что. Закрытие скрипа есть с дигла, только лишь один минус со стороны дефенса, 2 в ответ, нет, все-таки 3 даже в ответ. И там Мейкер может с Юшем на пару сейвить, наверное, все-таки уже. Смысла лезть туда нет, на эту девятку. Да, в любом случае, в следующем раунде нужно делать экономически, и эти диглы с арморами очень пригодятся в следующем раунде. И здесь Харри пытается забрать бомбу в винтах, но боится, что ее кто-то охраняет. У меня есть ощущение, что... Нет, там не игрок же погибал, просто бомба туда упала, так понимаю. Ну, Рубини мертв. Скорее всего, его забрали, и, может быть, от него отлетела бомба, как раз убегал со Сквики. Я думаю, это так и получилось. Я не думаю, что они дропнули бомбу. Представь, в течение обстоятельств, что бомба падает в винты, а с точки Б идет игрок, а он видит в винтах бомбу. Да, это на самом деле было бы прям неплохо для Трикет. Могли бы они, по крайней мере, еще поударить по экономике для Nordavind, там выбить каких-то 2-3 девайса. Ну, в итоге все закончилось неплохо для норвежцев. И еще один раунд не в копилку, и теперь Трикет ждет экономически с двумя диглами. Потеряли же одного игрока. Норвежцы, конечно, попытаются еще и подфармить на следующем раунде, я думаю. Может быть, даже Рубина дадут фармить. О, вот эта встреча! Эйкер, посмотри, срубает с крыши двоих. Дальше уже смогли ее перестрелять, но все равно сделал он 2 минуса. В итоге Сьюж последний остался, но забрать девайс получилось у него. У него фармилка сейчас на руках, он может ее дропнуть. У Эйкера 4400, он даже закупиться может каким-то скаутом для себя. Статистика за последние 5 матчей. Ну, Nordavind неплохо так идут, ребят, только один проиграли из 5. Ну, говорю, команды сейчас, по крайней мере, Nordavind в хорошем таким, в хорошей форме. А вот про Трикет как раз-таки CyberFocus говорил, что ему не нравится, как играют датчане в последнее время. Ну, ладно, отставить шутки про киберфокусы сейчас. Хэри уходит сейчас, судя по всему, с нуля через улицу к тиммейтам. Не стал, кстати, ни лируковать, ни оставаться вообще на контроле аркады. Продвигается очень быстро через секрет. Ребята, здесь их уже принимают 2 игрока. Ну, в перспективе позиции хорошие. Правда, вот девайс на руках у Трикет нет, там только лишь пистолеты, поэтому должны справляться. Хелзерк уже находит Бора. Подальше открывание. Хюндон выходит просто со смоков, но Рубини это был слишком легкий фраг для него. Прикрывает Кромен. Хорошая хаешка. Вовремя Экер отмансовал. Ну, тут уже на ретейк, наверное, не зайти. Ребята, мы с Трикет попробовать только какие-то девайсы убивать. Вот хорошо бы с Юшу кого-то забрать с фармилки, заработать еще дополнительные финансы для себя. Бабский сразу же убежал. Там он действительно Сьюж за его спиной стоит и в ожидании того, что кто-то с рампы поднимется, и он сможет отстрелить игрока. А Икарс с 5-7 без фрага все еще остается. Но я думаю, Nordavind не пойдут никуда сейчас там искать кого-то, отдавать свои девайсы. Они прекрасно понимают, что делают Трикет. Поэтому все вместе, аккуратненько, через секрет перетягиваются. Бабский забрали.
Сьюж тоже без фрага остается. Слушай, Нордовин-то очень крепко свою экономику закрепляет таким образом. Ну, то есть в предыдущем раунде-то ладно, там выбито было достаточно уже девайсов. Но сейчас выживают абсолютно все, бомб взорван на 3500 сверху. Докупить лишь гранаты стоит. Да, и трикет-то сейчас такой раунд отдавать ни в коем случае нельзя, потому что если они его проиграют, это будет еще один экономический, тогда Нордовинт очень серьезно бустанутся по счету. Но здесь есть снайперская винтовка от Экера, от него многое будет зависеть, где он с ней будет разыгрывать, будет ли пытаться агрессивно пикать, либо встанет где-то со стороны Сити. Идет на попытку пикнуть двери. Ой-ой, прострелы, как близко же было. В итоге Хелзерк погибает первым номером. И сразу же размен, и, судя по всему, точка абсолютно пустая. Мне кажется, это очередной сейв будет от Дачан сейчас. Как же мне нравятся вот такие вот девайсные раунды, когда на ноге просто выскакивают на верхнюю точку и шансов никаких не оставляют. Хорошая раскидка, хорошие смоки флешки, в итоге беззащитные опорники точка А, точки А. Хелпануть никто не может. Ведь задумайся, если бы не было АВП у команды Фэнса, если бы там был бы какой-нибудь игрок с кальтом, предположим, и он бы зашил в этот скрип, скорее всего, там пройти бы так быстро не удалось. И без потерь по здоровью это уж точно. Да, возможно. Ну и Экра был другой шанс. Он мог, в принципе, выйти там чуть подальше, да, стрейфануться, пробовать стрельнуть, но пытался сыграть именно надежно, чтобы его там как-то не подловили. Но в итоге хелпануть игрока на верхней точке так и не смог. Три девайса сейвят, трики в следующем раунде они, наверное, смогут какой-то бай организовать, но Нордовинт действительно готовы играть на карте своих оппонентов и показывают это с первых же раундов. Причем, смотришь же, по статистике именно индивидуальных игроков, не сказать, что Нордовинт, ну, настолько сильны. Но вот командные игроки, особенно Нюке, они не сильно могут взять. Так это вот я о том, о чем и говорил, что Нордовинт в первую очередь именно как команда действует очень круто. А вы, дорогие друзья, не забывайте забегать и писать нам с хэштегом UCC Studio в Twitch. Пишите вопросы, задавайте какие-то, пишите, за кого вы болеете, поддерживайте команду. Да хоть что можно писать, главное, чтобы цензура пропускала. Так что думайте о том, что пишете. А тут тем временем через улицу пытаются пройти игроки атаки, например, подгорели весьма неплохо, кстати, еще и под вентиляцию. А вот это круто было сделано. А это молик был от атаки? Да, скорее всего, они кинули смог, разбили винты, кинули там молотов, и кто-то, ну, видать, такая задумка была, что кто-то нырнул в этот молотов и подгорел очень серьезно. То есть Бороб-то подумал, что кто-то ушел, наверное. Ну да, это жестко. Ну, если это было так, как мы подумали, то это было круто. Либо это был, это, была зажигательная защита, в которой Бороб сам и сгорел. Ты всегда думаешь, 10 тысяч IQ мув или это фейл какой-то. Минута остается на таймере. Кроман. Стоит пока что на сквике, ждет, пока его тиммейты начнут действовать. Там уже три игрока в секрете, игрок возле мейна. Но у Кромана, видимо, задача именно отрезать игроков, которые будут идти на хелпу через винты. Так, ну коридоры занимаются. Пока что команда Нордовинт. Бороб может с лестницы пытаться дать какое-то место. Погибает капитан команды Трикет. С самого начала, причем по точке А это минус был сделан, да, от Кромана. Он же на сквике был, я же говорил, что как раз он и ждал вот эту перетяжку, он ее дождался. Здесь Бороб один, но Хелзерк также выходит соло, его разменять никто не может. Вот здесь, мне кажется, зря это было сделано, но не ожидал, видимо, что здесь игрок защиты находится. Дальше есть у Бороба еще работа, это уже Кроман, еще один фраг. А там точка пустая. Два винты, они сейчас падут наверх, да. Ну, Хэри могут и подловить. Бомба ставится. И Бобски никто не... Нет, отлично, бомба ставится за реактором. Но не ждут, что Бобски-то уже здесь на спине. И, скорее всего, Рубиня погибнет. Тиммейт его никак не прикрывает. Да. Здравствуйте. Говорит, Бобски дергает Энским. Но он, кстати, не бежит. И это огромный плюс для него. Сейчас его, правда, ждут. Да, с АВП. И забирает. Ну, в принципе, мидраунд решение неплохое от Нордовинт было. Крутое решение, но разыгровка-то, посмотри, они взяли энтри фраг, а после этого один погиб от Боропа, второй погиб от Боропа, втроем перетянулись на верхнюю точку, в итоге никто никого не прикрывает. То есть здесь как раз-таки той самой командной игры у Нордовинт не было. Зайди они на Боропа вдвоем сразу, разменяя его, тогда бы шанс вообще, скорее всего, у Трикет не было бы на взять, да, этого раунда. Это в свое время, я помню, то ли на IP, то ли Fnatic любили ходить парами. То есть постоянно, вообще не было ситуации, когда кто-то в соло ходил. Так, ну, как бы это классика жанра, на самом деле так и нужно разыгрывать. Но, видимо, не ожидали эту позицию. В итоге, посмотри, Хэри уже находится сейчас в секрете. Тенски. Вот здесь Мака сейчас прострел может получить или нет. Нет, нет, не стреляет Эйкер пока что.
Угадает ли с таймингом, интересно. Ой-ой-ой, прицел-то прямо на тушке. Что ж такое-то? Возвращается. Всех четверых пропускает. Попадание есть, но не смертельное, поэтому Эйкер скрывается на вилке. Еще здесь встречает его. Вот это поворот. Да, а Хэрри-то как раз-таки ждал этого перед этой перетяжки. Сьюш подключается. Хэрри открывается еще и под него. Но СГ-шка в руках Сьюша классно очень отрабатывает на этих дистанциях. Бубский прочитает ли его видели позицию? Его, видели его. Скорее всего, с рампов его заметили, поэтому теперь его будут здесь ждать. В этих дверях положили дым. И рубинок красный, но вот как справляться с Бабски непонятно, хотя с другой стороны позиции может быть и нечитаемо. Проспрей доходит до Хелзерка, и здесь уже рубина ждут. Рубин погибнет, да, 100% в Тенске. Последний один против троих тоже погибает. Ну не клеится вот именно концовочки у Нордовин почему-то, хотя изначально задумки-то очень классные они делают, то есть нырнул винты сразу Хэрри, потом продавили игрока на рампе, Хэрри его дождался, вырубил, ситуация снова была 5 в 4 на какой-то момент. Ну а дальше уже индивидуальная стрельба, игра от Трикет, конечно же, на высоте. Пауза тут же от Нордовин, будто они решать, что же идет не так. Почему так происходит? Почему они не могут доиграть именно концовку раунда? Может быть, нужно как-то больше фокуса? Так просто, опять же, ты строишь какой-то план, а потом в итоге одно звено погибает, и такой, так, а что теперь нам сделать-то? Мы не можем пройти, допустим, под Б, как случилось в ситуации, когда в раздевалках дал минус круг дефенса. Поэтому, наверное, все-таки попробуем на А развернуться. У нас там есть Тенски. Сделаем-ка это. Ну вот. И хорошо, если честно, Эйкер тоже сработал, то что он вернулся на рампу, стрельнул, попал по одному и по второму, просто одного оставил красным, второму там минус 25 хп, по-моему, отнял. Такие моменты ты просто ждешь, что игрок с АВП, он выстрелит, но сейчас выстрелит в этот дым, когда граната хотя бы какая-то будет откинута. Да. А тут тайминг такой сложился, что в момент откида гранат Эйкер просто спустился вниз. Да, и там чуточку больше везения, Эйкер бы мог и шашлык показать. Как тебе вчерашняя игра от Нордовинд? Я ее не комментировал, я ее не смотрел. Ну, удивить, я не знаю, что вы считаете удивлением. На самом деле, они уже выигрывали Трикет, поэтому я думаю, ни для кого это удивлением точно не будет. Могут они победить здесь? Да, конечно, могут. Вопрос только, кто больше готов, вот и все. Команды, в принципе, плюс-минус рядом находятся. Так, прострел уже, все, полетели от Хюнена. ССГ через криптомбор. Опять что такое-то? Постоянно падает в эти молики. Причем этот молик был возле скрипа, и мне кажется, что это уже молик точно игроков дефенса был. Так себе задумка от Хюндена затушить этот. Ну, не дым. Знаю. Есть просвет, да? Но там флешек было большое количество, и пропрыгивал один лишь игрок атаки. Хюнден вообще не чекает, он разряжает свою СГ-шку на два затылка. Бубский Эккер подключается, остается Рубиня. Как это получилось, непонятно. Нордовинд в какие-то моменты приняли решение выйти на верхнюю точку. Я сам этого, если честно, не ожидал, что это вот так будет разыграно. Ну, просто никто не чекал мейн. И даже не смог, не положили. В итоге рассчитывали на какую-то халяву. Да. Это, знаешь, это внезапный план. Такой Руфайр в основном запускал. В шарах, по-моему. Да, не шарах, даже в старых командах. Да парни ни с того ни с сего просто делали что-то невероятное. Ну, просто срывали да, с места. Да, просто полетел кол, выходим. Да, и все-таки, да, зачем? Ну ладно, полетели. Да-да-да. Приказы капитана не обсуждаются. Но выглядело примерно так. Но сейчас-то у Нордвин проблемы экономические. Не только пистолеты на руках, есть один только армор у Хэрри. Ну и здесь, конечно, такой раунд будет тяжело затащить, тем более вот так вот. Ну да, бомба погибает на улице, там еще и следом тиммейт падает. В итоге Хэрри, Тенски и Хелзерк остаются втроем. Ну, хотя бы фраг нашел Хэрри, да. Кормят Хюндена. Он еще может сейчас трипл-килл организовать. Но у него уже 40 хп. Один выстрел, и он мертв. Да, тут же Бубски сыграл на размене. Но Тенски и Хелзерк вдвоем сейчас против троих. Продевайся на руках. Нет, они находятся в районе лобби. Но такой раунд можно подтащить, если все сложится нормально. Если какие-то тайминги хорошие поймать. Так, Бабски. Ждешь, что тут по точку А попытается просочиться, но на деле Нордовинд развернулись под Б. И сейчас через рампу будут пытаться туда выходить. Там же Эйкер, и пройти на шифте авик, ну, здесь навряд ли получится. Но на хелпе явно здесь будет, наверное, на широком выходить, хотя нет, вот так вот легко и просто. Хелзерк на размене, забрать бы авик для Хелзерга было бы неплохо. Просто даже выкинуть его куда-нибудь. Да, ну, он сам снайпер, у него есть 50 секунд, и на самом деле может здесь и затащить раунд. Так, куда пойдет Хелзерк? Пока что вычисляет 9. Ну, игрока там нет, он, конечно, этого не знает, безусловно, но опасается. Подниматься опасно. С авиком, опять же, выходя с 9, тебе нужно очень много позиций проверять. Некомфортно с этим девайсом было бы. Бубский работает в лобби.
А где у нас Бороб находится? Где-то по точке Б, да. Ну, то есть не вместе сейчас расположились. Трикит — это шанс для Хелзерга, правда, у него уже 16 секунд, и в любом случае ему нужно устанавливать эту бомбу. Ну, как минимум, это плент, окей, для Нордавинд. Как бы лустрик из 4 раундов, либо взятие клатча от Хелзерга будет сейчас. Ну, да, потому что Бобский-то летит, и Хелзерг может его забрать сейчас на развороте. Хелзерг дает шот, остается 1 на 1, бомба стоит. Информации по Боропу нет, но у того есть смок, флешка и ХАЕ. И как же прочитано от Хелзерга, он просто не выпустит его сейчас с винтов. Ох, круто, как же круто Бороб здесь сыграл. Да. Причем начал стрелять Хелзерг, до того, как ХАЕшка разорвалась. Я думал, что эта ХАЕшка все-таки ему, знаешь, как-то вижен здесь закроет или еще но что-то. Здесь немножко нервы Хелзерга. Зря он стрелял, когда его байтил вот так вот в винтах игрок. То есть он мог дождаться, пока он там на пол корпуса хотя бы откроется и спокойно его забрать. Да. То есть шансов, по идее, у Бубски в такой ситуации, ну, было просто по минимуму. Ну, таких снайперов на самом деле мало. Если они есть, то они в основном на тир-1 сцене выступают, которых вот так вот сложно забайтить такими стрейфами, любым, даже из-за угла. Там, когда ты локоток показываешь, можешь хоть 6 раз так сделать, он все равно не среагирует. Среагирует только тогда, когда ты, ну, достаточно широко выйдешь. Да, это опыт и нервы и так далее. Посмотри, очень быстрый выход снова через лобби врывается. Бубски принимает уже Кромана на размена Тенски. Тут же Экер работает с 9. Как же он промахивается, непонятно. Но это для Тенски изи фраг. Хюнден подключается. 2 фраг дает Рубине на размене. Остается Сьюш из 9. Не успел он хелпануть. Очень круто, Нордавинд. Как мне нравится, когда они вот так вот быстро атакуют на верхнюю точку. И причем денег-то сразу у Трикет не становится. То есть там 2500 в среднем на руках. Очень крутой раунд они разыграли. Раньше он популярен очень был, 1.6. Это раунд, когда там 3 несутся по улице с первыми респами и залетает именно в мейн. А 2 игрока просто через клики раскидывают флешки и хелпуют им. И это круто было сделано. Нордавинд тем более еще и... по-другому немножко сработали, они через скалу запрыгнули на мейнстрим. Пока эко раунд от Рикет, а в 1.6 вообще использовалась противоположная скала? То есть, насколько я помню, на нее же можно было забраться. Через машину там, аккуратно наверх. Противоположная, это какая? Ну, то есть сейчас, где там клетка вот эта вот справа от Тенски. Но ее потом вроде бы это пофиксили, это баг был, когда-то можно было поскорее бегать. Нет, так уже она не использовалась. Туда можно было соло запрыгивать. Да, вот я про то же. Но, по-моему, это потом пофиксили через какое-то время, то, что это имба была, чисто ты бегаешь по скале и врубаешь всю улицу. Всю улицу. Вот Рубина создал... Не прикрыл. Окей. Ну ты такой смотришь, вот сейчас тут 2 фрага, 2 затылка, и тут чел просто поворачивается на 180 ни с того ни с сего и ставит тебе хедшот. Посмотри, что они делают. Они выходят сейчас на рампу, но идут на 9-ку, потому что знают, что много игроков было именно на улице сейчас. Очень круто разыграли Nordwind. По инфест работали, в итоге выходят на точку, где вообще никого. И позиционно теперь нереальное преимущество. Выйти сейчас как-то на этот ретейк, ну, невозможно. Наверное, Бубски стоит задуматься о том, чтобы СГ-шку свою засейвить. Но в итоге он теряет ее. И подобрать ее невозможно. Хелзерг здесь на 9, и он просто не даст ее. Да, ну попытка неплохая была перестрелять из ГН такой дистанции с Юспа, но все-таки у Хелзерга было бы чуточку больше шансов в такой перестрелке. Да и главного героя раунда уже забрали Борупа. Хюнден последний остается с Юспом. Мало что сможет с ним сделать, хотя вот если дальше Хелзерг бы разглядывал свой девайс, возможно, что-нибудь бы получилось. Но здесь пришли его тиммейты, и в принципе 6-й раунд в копилке у норвежского коллектива. Очень популярные СГ-шки в последнее время становятся. Как ты считаешь, тебе вообще нравится этот девайс? Да. Попадание в голову с одного патрона. Верная гибель. Друзья, баннер вам напоминает тем временем, что сейчас лето, пора выбора высшего учебного заведения, выбора своего будущего пути. И рекомендую вам обратить свое внимание на то, что можете получить высшее образование в сфере игровой и киберспортивной индустрии. Да, если вам это интересно, почему бы просто не совместить это и не сделать работы для себя? Совместить приятно с полезным. Да? Да. Если это ваш хобби, работа, если это должна интерес, приносить удовольствие. Тогда она перестает быть работой. Согласен. Но тем временем, вот Трикет есть бай, но счет-то уже 4-6. Я напомню, что это пик команды Трикет. Это карта Денюк. И по винрейтам, по крайней мере, на этом турнире мы видим, что ну, преобладает очень серьезно сторона защиты. Здесь 63 примерно на 36, 64. И, то есть, если Трикет продолжит в таком же русле действовать, то... Нордавинд возьмут там 8-9 раундов, а это уже будет конечное. Ну, это тоже, вот Нордавинд пытаются ломанные раунды играть, то есть сначала они там 2-3 мирных сыграют, у них не получается, потом один вымеренный быстрый, и все. Сразу же срубают всю экономику сопернику и берут раунд. Очень странные смоки лежали на улице в итоге. Подставился здесь Хэри, выход, Рубиня с Хелзергом, торопиться не стали.
Да что тут, Саня, пока смог рассеять, но на таймере-то уже 45 секунд. Экер включился очень серьезно. Два фрага от него на улице, и уже ситуация 3 в 5. Ну, будет тяжело в такую ситуацию обыграть. Но вот на самом деле Nordwind сейчас нужно было также действовать быстро, учитывая какой байот Рикет, у них и гранат толком не было, и девайсы не самые лучшие. И тут Бабский прячется в винтах, он замансил между противниками, сейчас может зайти им в спину. Минус один-то точно сделал, но дальше сыграть на размене получится ли все-таки спину еще и Кромана сможет. Нет. Без потерь. Без потерь Рикет справляется, это очень серьезный буст для них по экономике, они не потеряли ни одного девайса в этом раунде. Смоки-то вроде нормальные, или просто они рассеялись. Да-да-да, к тому моменту прохода последнего игрока. Это 6-5, и снова пауза от Nordwind. У них, конечно, сейчас деньги есть на бай. Там у Хелзерга 8400. Кстати говоря, снайперскую винтовку Хелзерг пока что в атаке, по-моему, ни разу, да, не брал? Нет, только подбирал, вот Рикет. Ну, учитывая, да, агрессивную игру Nordwind, как они любят на первых же секундах либо куда-то выскочить, либо пробежать по улице, наверное, АВП здесь лишнее. Ну, попытаться могут сейчас, то есть у Хелзерка есть деньги, поэтому все-таки через улицу как-то Савик из-под красного, может быть, сыграет. Правда, большого сопротивления как такового Nordwind и не видит на улице, но, может быть, сейчас получится кого-то подловить. Просто мне кажется, когда Nordwind вот, замедляются, то для Трикет это намного проще, чем когда Nordwind действует именно агрессивно, да, и быстро. То есть Nordwind пытается таким образом чередовать раунды пока что, и это у них, в принципе, получается, исходя из счета на дабло. Да, Трикет вот эти медленные раунды контрят, но, тем не менее, Nordwind в один прекрасный момент разыгрывает один быстрый. Сейчас, допустим, у них может быть быстрый раунд там через рампы или просто через улицу под секрет они могут побежать все вместе. Хотя, ну, наверное, рампы — это самый вот очевидный был бы мув, потому что по точкам выходили, скрипа быстро выходили, через улицу мейн ныряли, ныряли. Все, можно, в принципе, уже и под рампы сходить. Ну, или повторить какой-то из раундов ранее успешных. Экер в этот момент действует именно через завод. До этого он играл из-под девятки. Хюнде находит уже фраг. О-о-о. Это же самая попытка реализовать тот же самый быстрый раунд заходом через мейн. Но здесь уже Экер включился. Но его тут же разменивают. Ситуация 3 в 4, под 9 есть игроки. По-моему, Хюнде дал кол. Скорее всего, да. Он слышал 100%, тень еще видел. Добавок убегающих противников. По 9 одного, второго. И вот он на девятке. Сладенький Хэри погибает. Рубина последний. Один против четверых остается уже в этом клатче. Срубает капитана датской команды. Но дальше уже будет его втроем встречать. Ну, может быть, еще минус девайс какие-то нам покажет. Но нет, здесь Юж позиционно его переигрывает. Это 6-6. Временно ничья. Догоняют датчане своих норвежских соседей. Хюнден, кстати говоря, очень много импакта вносит вот в этой первой половине. Это вообще редкий, тот самый редкий случай, когда капитан действительно хорошо индивидуально играет. То есть он не всегда включается, но тем не менее он включается в игру. Ну обычно... и теперь экономически от Nordwind. Есть скаут и 4 пистолета. Обычно статистика просто капитанов, она такая достаточно низкая. Ну да, очень нужно много отвлекаться, следить за всей командой, следить за передвижением, перетяжками и так далее. Ой-ой-ой, тут Игр пытался... по пикселю попасть фактически не получилось. Теперь понимаю тоже, что там дезерт игл, и подставляться лишний раз, разумеется, не хотелось бы. Да и скаут он увидел. Да, вот где он теперь находится. Но Игорь, тут... мне кажется, сейчас выйдет и заберет в конце. Игры разума уже начались какие-то. О. Но в итоге Бубский хелпует, и остается последний Кроман. Это 7-й для Трикет. Шансов здесь, ну, никаких нет. Да, Сьюж делает завершающий минус по Кроману. 7-6. Но в любом случае, Nordwind 6 за атаку взяли уже. И минимум, можно сказать, себе, да, даже хороший минимум обеспечили. Ну вот, может, пришло время опять быстрых раундов. Хотя предыдущие не попытались быстро прыгнуть там на мейн, перетянуться как-то по 9, но их подловили на этой агрессии. Трикет очень серьезно включились. И коэффициенты на Nordwind на самом-то деле очень сладкие на эту карту. Посмотрите, 3, да, учитывая, да, что да, они да, уже да. 6 взяли в атаке. Вот здесь пройти через скрип, и вот то, о чем я говорил. Если не АВП, если здесь автоматический девайс, то он просто шьет всей обоймой в этот узкий проход, и выйти оттуда нереально. Тебя станят эти патроны, и конечно, в итоге выходящий, да, первый номер стопит абсолютно всю команду. А там уже гранаты, зажигательные, да, 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 подключение игрока с будки. В итоге Хюнден сейчас этот раунд спасает для своей команды. 8-6. Последний раунд первой половины. Nordwind. Ну, хотелось бы семерочку забрать. И вроде бы девайсы кое-какие есть на руках. И вот АВП от Хелзерга. Решили поиграть через улицу аккуратно, медленно поискать фраги. Просто если Nordwind выиграет эту карту, если не получится действительно... Ого, тут Эйкер проспал. Хотя, скорее всего, скалу чекал в такой позиции. Хюнден там подгорел очень серьезно.
Даже немножко странно, но нет, Рубина забрали. В итоге 4-4, однако же Хьюндун красный. До сих пор. Так вот, если Nordwind выиграет эту карту, просто весь чатик будет спамить о том, что Nordwind 38% фидрит на нике. И они все-таки выигрывают у Trickit, который там за 70. Ну, мы часто такое видим. Нюк очень коварная карта, на самом деле. И... Да и команды уже не первый раз встречаются. Да, да, они уже как облупленные друг друга знают. Выход пошел под рампу, Сьюж пропускает, уходит уже на вилку, ждет хелпы от тиммейтов. Там на всех парах с девятки ему пытается хелпануть, по-моему, Бубский. Как я понимаю, Сьюша давит, и он остается красный. Хелзерк, фраг по Боропу, Сьюша, по нему информация есть, Кромана не составляет проблем его пройти. Ситуация 2 в 3, но тут со спины Бубский, и он с ножом. Что? Хелзерк, правда, с ВП в такой позиции? Опа. Интересный момент, Хелзерк. Бобский не проверяет, но, в принципе, такие дефолтные позиции довольно-таки. Хьюндун красный, 28 хп против троих, шансов на такой раунд крайне мало, поэтому, скорее всего, это будет семерочка за Nordwind, это будет минимальный отрыв Trickit на первой половине. Да, Кромен продолжает пытаться выжить и сгорает все-таки, да. Но бомба уже на верхней стоит, и Хьюндун понимает, что... Надо бежать. Да. С 23 хп. Пытаться брать этот клатч, а тут оп, Хелзерк снова. Да ладно! Его снова байтит. Но тут есть Тенски, слава богу. Рабочая схема какая-то прямо у Trickit вот против этого Хелзерка. Ну, и счет на самом деле очень страшный для Trickit. 8-7, они 7 дали раундов своим оппонентам за атаку. Но Trickit очень хорошо действует сами в атаке на своей карте, поэтому тут трудно сейчас сказать. Но коэффициент 3, который давали в лутбет, это действительно... Огромный шанс, да, на самом деле, есть... потому что такая игра-то равная. Здесь любая команда может выиграть. Да, ситуация 50 на 50, но все-таки мы понимаем, что в защите у Nordwind сейчас гораздо больше шансов. Но увидим это мы после небольшой рекламной паузы. For live betting. Ну что, кто заберет первую карту? Твое мнение. Я думаю, что Nordwind дает. Это для чатика. Если вы хотите прислушаться ко мнению Алексея, то вы можете зайти сейчас прямо на LootBet, сделать свою ставку. Тем более, что делая ставки, вы еще и фармите MR-поинты там. И в концу недели там подходит подсчет тех самых MR-поинтов. Все то же самое, что и в Доте. И вы потом такие раз, и еще и бесплатные скины крутые получаете от LootBet. И такие думаете, вот это да, вот это профит. Вот это, я понимаю, зарабатываю. Тут же говоришь, мам... Все, смотри, я не бездельничаю за компьютером. Я бизнесмен. Да, я заработал сегодня нож и еще и денег там за ставки, грубо говоря. Поэтому LootBet в этом плане, конечно, впереди планеты всей. Да, и опять же, учитывается там и коэффициент, и количество ставок. А с учетом того, что сегодня коэффициент на Nordwind очень сладкий, я, конечно, никого не подбиваю. Но опять же, матч для меня, ну, там, 60 на 40 где-то. Ну, мне кажется, сейчас уже упали коэффициенты. Все-таки тройку мы уже не увидим, я думаю. Там примерно рядышком, наверное, может быть, 2,2 вот так вот за Nordwind. Все-таки верят аналитики с LootBet, что Trickit дожмут свою карту. Но будет сделать это не так легко, не так просто. Ну, в любом случае, коэффициент 2. Даже если 2 на Nordwind. То есть это весьма серьезный показатель. Опять же, и в лайве можно его поймать. Очень высокий, поэтому шансов много. Ну, а здесь для Trickit что нужно сейчас сделать? Нужно взять первую пистолетку обязательно. Догонять потом по счету. То есть не давать вообще продохнуть. Тогда уже какие-то шансы появятся. Потому что если сейчас пистолетку заберут Nordwind, то это уже будет 8-8, и там 9, и 10, и... Девайсы какие-нибудь, ну вот как я и говорил, коэффициенты будут равные. Китов нет, не там, хотел сказать, не там. Ну а с другой стороны, гранта нет практически никаких. Да, просто 5 игроков с арморами против 5 с арморами. Перестрелка у нас будет по 9, залетает уже Trickit там на приемке, работает. Кто у нас там принимает? Ушли из-под девятки, отдают ее полностью. В итоге смогли десантироваться, один, правда, внизу все-таки двое. Ой-ой-ой, как же Рубина здесь включается. Жестко, 3 минуса дает уже. И самое главное, что отходит. Самое главное, что он не дает себя разменять.
Дальше уже работает с будки. Хелзерк со спины подходит. Видит затылок Юнда на Рубине. 4 фрага, 4 головы от него. Как же жестко он принял весь этот выход с 9. Четко встал за винтами и шансов никаких не оставил своим оппонентам. И причем Дрики так хитро действовали. Они на рампе сделали вид, что аркадит. Они прыгнули на месте на железке, чтобы подумали, что, мол, все, они вниз упали на вилку. Но на деле пошли давить девятку. А из-под девятки игрок уже там за километр убежал, наверное, в испуге. Ну вот четко, что не смогли вот подловить именно там зевак каких-то. Но в итоге сейчас 8-8, денег нет у Трикет. Это полный экономический, есть флешка и пару пистолетов. Недефолтных выход будет под 9. Но бомба-то уже рухнула. И там кроссфайр, и правда забирает Хелзерга и его ух. И нужно успеть его забрать, но никто не успеет, я чувствую, до него добежать. Минус аук, в принципе, это неплохо. Кстати, конечно, не так часто случаются такие раунды, но все же случается, когда команда фэнса во втором раунде там берет, допустим, 4 ауга и одну фармилку. Соответственно, жертвуя гранатами, жертвуя китами, арморы вторые приходится покупать, чтобы все-таки с пистолета тебя не забрали. И в итоге, когда эти девайсы убиваются, ты понимаешь, что на следующем раунде, в случае даже победы, да, когда у вас выживает один игрок, вам придется вообще эко играть, скорее всего. Да, это проблема. Экономически, конечно, очень интересно. Посмотри, здесь даже без маков четвером Трикет на морозе пробегают в секрет. Ничего они не боятся. Кромана здесь проштрафили немножко, но если он опустится винты, то может погибнуть. Правда, там Тенский есть, который хлопает гранатами. И это снова перетяжка обратно в мейн. Но здесь Рубини на будке. Ну, тут позиция такая хитрая. Опять же, ноги видишь ты раньше соперника, поэтому, ну, информацию как минимум ты получаешь, а как максимум еще и фраг можешь сделать, а то и не один. Но вот когда на тебя залетят 3 игрока с девятки, будет не так просто. Правда, Рубини уже такой пуш один раз остановил. Это было на пистолет. Рубина ждет. Правда, вот он перезаряжался, и противник-то слышал его позицию. Он понимает, что тот находится на дефолте. Находился, по крайней мере. А Рубин на 2 позиции, слушай, приходится работать, судя по всему. И вопрос только в таймингах. Да-да-да. Поймет ли он, откуда на него выйдет. Так, Кроман минус. А вот сейчас будут проблемы серьезные. У Рубина быть выгод. Ой, забайтил. Забайтил там тиммейт, и Бороб здесь, конечно, жестко сработал. Да, и тут придется сейвить команду Нордовинд. Трикет, ну, если честно... Медленная поступательная атака, это вот прям их конек. Запутали, они просто запутали Нордовин. Забежали в секрет, вернулись на улицу. Спалились в мейне. Да, спалились в мейне, потом перетянулись по 9 и зажали в итоге точку А. Там только 2 игрока, и все были разрознены, никто друг друга хлопануть не мог. Девятку, вот, наверное, все-таки Нордовин не стоит отдавать. Один игрок как минимум должен играть с этой позиции. Вот на случай таких перетяжек. Так, Тенский хочет еще фраг найти. Ой, его не заметили, кстати, походу. Ну да, потом уже внимание обратили. В любом случае, фраг Тенский не найдет. Свои фармилки останется с ней в следующем раунде. Поэтому придется давать 2 дропа. Ну, дропы-то будут. Деньги есть у Тенски, у Хэри. ВП будет сильно не хватать здесь. И его не будет в ближайшее время за защиту. Ну да, потому что они в такую экономическую сейчас ловушку попадают. Только если этот раунд не заберут, там как-то скромен с фармилки не дает 4 фрага, например. Там 4 СГ у Трикет. И вот, кстати, многие даже игроки на Reddit уже, ну, пишут о том, что, мол, это неравноценно как-то. За так ты можешь... А что у нас с коэффициентами, я не пойму. 2,5 сейчас на Трикет. Да. Ух уж эти кэфы. Заманчиво постоянно прыгают то на одну, то на вторую команду. Ну вот от этого девайсного, наверное, многое будет зависеть для Нордовинд. Так, Хэри. На старый факт на прочеке радио пока что вообще позиция довольно-таки интересная. Ну, то есть, опять же, многие оставляют там щелку и с маком в руках. Просматривают, если там кто-то проскакивает. Здесь же зажигательные гранаты на старый факт. В любом случае, атака незаметно подойти не может через этот длинный коридор. В итоге стенка из маков, Хелзерк. Хороший зажигательный, не долетает, к сожалению. Так, там путаница в секрете пошла какая-то, но все-таки команда атаки успела туда просочиться вчетвером. Один при этом игрок остается на нуле, если что, будет замыкать, судя по всему, спины, вентиляция, пытаться пройти, люрковать. Или по точке А пытаться давать минусы, может, вообще разворот будет здесь, а Хелзерка как же быстро срубает по дороге к точке Б. В итоге Хэри сюда притягивает, сейчас от него многое зависит, он располагается возле аквариума, дает фраг, но тут же Бороб, как же жестко он постоянно разменивает. Ну и в итоге, наверное, нужно задумываться о том, чтобы засейвить девайс. Хотя, если сейчас Бубски подловят на улице, похоже, его кто-то услышал. Ну, как же тяжело. Тенский дался этот минус, долго он его делал, бомба поставлена, ситуация 3 в 3. В принципе, можно попытаться выйти и на ретейк-то.
Да, но рисково. Секрета. Рисково, конечно. Вот если сейчас Юж подставится под Рубин. Ой-ой. Он сейчас может пойти пытаться найти себе минус, и Рубина его подловит на этом моменте. Хотя, нет. Не пошел Сьюж. Ну и все, это сейф. Я думаю, дальше уже шансов никаких. Нет. Да просто времени уже недостаточно, чтобы... Забирают СГшки и будут защищаться в 10-м... В 20-м раунде с ними. Ну, что можно сказать? Атака Трикет. Ничего особенного они не делают, скажем так, сверхъестественного. Но вот за счет перестрелок, за счет разменов постоянно выходят вперед. То есть прошли сейчас Secret, вышли на нижнюю точку. Ничего особенного такого не сделали. Забрали вначале Хелзерка в Secret. Ну, поступательно, по одной траектории, да. Без каких-либо фейков, разыграют раунд датчане. И АВП появляется у Эйкера. То есть вот с Хелзерком не решились Нордавинд. Также играть через АВИК, а вот Трикет. Но вот сейчас, мне кажется, рисково покупать АВП именно в этом раунде против пистолетов. На кое оно тебе, в принципе? Там два только девайсов на руках у Нордавинд. Но, видимо, Экер знает, что ему нужно. Тенский находит уже энтри-фраг. Хорошо, здесь работал по Боропо. И в четвером остается Трикет. Перетягивается под рампу. Это, походу, выигранный раунд. Команда Нордавинд, может быть, сейчас. Ну, не знаю. Забирает Хэри. На рампе-то только один Тенский. Его контролирует Экер. Изи фраг. Ситуация уже 4 в 3. Перетяжка пошла с винтов, но на руках только один девайс и два юспа. Так, Роман. Оп, забайтил. Дверь открыл. Рубин погиб в итоге. Прострел еще через аквариум. Тут стекла ломаются. Тут близко было, на самом деле. Ну все, понимает, что нужно сейвить еще свою СГшку. Кроман может забрать бубски. Это было бы неплохо. Еще плюс девайс. А что не возвращается за ним? Хелзерк, я не понимаю. А, тут есть девайс на улице. Все, понял. Далеко, что там есть Калашников. Иди спокойненько его безопасно забери. Было бы эпично, если бы, конечно, потерял АВИК где-нибудь на улице Эйкер. И в итоге, ну, то есть слова против Эка твои, покупки АВИКа. Да, да, это было бы печально, потому что можно было с того АВИКа еще кучу импакта внести, но Экер все четко сделал, он понимал, где ему нужно действовать, чтобы была поддержка тиммейтов, если что, с автоматическими девайсами. Поэтому это 11-9, ну вот сейчас Нордавинд, байта в принципе у них есть, неплохой, Хелзерк наконец-то приобрел себе АВП. Да, а поддержка, друзья, нужна нам всем, и чтобы ее обеспечить, вы можете... Получить высшее образование в сфере игровой индустрии и киберспорта, поступить на факультет менеджмента. Все опять же по тем же самым направлениям современным, пройдя по баннеру по трансляции. Уже посмотри, в мейн залетают ребята, а здесь Кромен не ожидал, потому что он думал, что его прикрывают с улицы. В итоге, ну это ужас, конечно, у Нордавин сейчас, что происходит в этом раунде. Так и ситуация у Трикет была схожа, то есть когда мейн, допустим, никто не чекал, также проходили свободно Нордавин. По-моему, Хелзерга услышали, потому что Бороб вроде бы просматривает, на всякий случай. Хелзерг. Интересно, но он выбрал такую позицию, что, в принципе, если заходить к ним будет, то, скорее всего, на шифте. И он минус этот свой даст, в конце концов. Забавно, что в какой-нибудь, ну, допустим, там, на фесте, на левлах пятых, кто-нибудь бегает просто на ноге, и ты там можешь не попасть с расчетом на то, что противник, ну... Зачем так делает? То есть бегает просто на плюс В. И все, вот в профессиональных матчах ты понимаешь, что противник на шифте или под флешком. В общем, выбираешь идеальную позицию, чтобы его подловить с АВИКа уже. Да, есть такое, потому что ты просто... Знаешь, как будет действовать соперник. Да, это всегда вообще, даже в спорте, например, если взять бокс, то когда ты боксируешь против человека, который опытный, тебе против него... Иногда даже проще боксировать, чем у тот, кто ну, там, не только начался путь, но еще не такой опытный. То есть, грубо говоря, он делает такие мувы, которые ты не ожидаешь. Нормальный человек этого не сделает, как бы. И тут примерно то же самое. Когда человек без техники и так далее. Так. О, яркада, да, Тенский, Хелзерк под прикрытием. Все-таки, вернее, Тенский под прикрытием Хелзерка. Сделать минус не смог, но зато снайпер разменял своего товарища по команде. И теперь уже ситуация на карте 4 в 4. Плюс еще и Боруб. 6% здоровья. Да, но Боруб подропнули снайперскую винтовку, чтобы он ее смог реализовать все-таки с таким количеством ХП. Там, это, по-моему, он просто Эйкера забрал. А, Эйкера убили, все, да, понятно. Да. Ну да, а он все правильно сделал, что забрал. Подожди, себе. Это такая штука. Обидно. Да. Обидно сейчас, Рубина не проверяет позицию красного бокса. Бубский по-прежнему находится в секрете.
Ну и, в принципе, трики теперь по инфе могут действовать. Они вчетвером против троих. Да, понятно, Бороб красный, но преимущество все-таки в один девайс есть. И за счет этого преимущества часто не чекают то, что нужно. Игроки команды Нортвинд. И уже Кроман с Хелзергом вдвоем. Все. Минус Кроман, Хелзерг последний, надо как-то ставить авик. Это, кстати, проблема большинства вообще матчей на тир 2-3 сцене. Когда ты видишь, что команды, они не чекают все позиции. То есть, как происходит атака? То есть, они обычно выходят в плент, молики, смоки, флешки, под флешки чекают позиции, моликим выжигают их, и, соответственно, остаются те, где, в принципе, должен находиться соперник. Туда они, в первую очередь, своего внимания обращают. Хелзерг, как же охота ему пострелять сейчас. Он понимает, что три игрока находятся на сити-спауне. Ну, рано или поздно, надеюсь, все равно кто-то залезет. Ну, 100%. Поэтому у Хелзерга были шансы там. Да ладно, да что ж такое-то? Третий раз уже с Хелзергом так. Ну, нужно было отстреливать все-таки. Думал он, что его не пойдут искать сюда. Ну, либо нужно было убегать, наверное, мне, на кстати, респаун. Мне, кстати, поражает система, то, что с лестницы, если ты стреляешь, у тебя стрельба идет, ну, очень неточно. А если гранаты кидаешь, то она кидается прямо туда, куда нужно. Слушай, ну не знаю, мне кажется, это справедливо. Как бы, да, справедливо с точки зрения физики и то так есть... далее. То есть стрелять, как ты висишь на лестнице или кинуть гранату, это разные вещи. Не, ну это понятно все равно. То есть ты все равно в теории там цепляешь за лист одной рукой, гранату одну кидаешь, нужно там равновесие выдержать и так далее. Конечно, немножко попроще, но все же. Не будем придираться к Counter-Strike, мы знаем, как это, все, да, как это работает, как там огонь, который бросается через стенку, там потом в итоге горит и так далее. Да, смоки больше... пропадают. Да, да, да. Забавно то, что смоки через стены проникают, и в итоге молики тушатся об эти смоки, которые проникают через стены. Так что не задавай вопросов, и тебе не нужно будет выслушивать ответы. Да. Так можно каждому вопросу сказать. Ну, в принципе, так и есть. Но на самом деле, шутки шутками, а у Нордвинта ситуация патовая. Сейчас, конечно, есть деньги на бай, но по тенденциям, если посмотреть, то шансов-то вообще никаких практически. Они ни одного раунда не взяли. Да, спасибо, друзья, за ваше сообщение. Опять же, какие-то слова благодарности, какие-то, если идеи у вас есть, что-то хотите внести в трансляцию. Что-то часто чатик стал вспоминать про режиссеров. Неспроста это, знаешь. Может, он там сидит и спамит? Вот мне кажется, да. Либо это его агенты. Ну ты хоть раз писал спасибо режиссерам? Нет. Вот и я про то же. А, я понял, кто там на режиссере сейчас сидит, все понятно. У нас там голос слышен. В ушах. Тут пока что раунд 23 разыгрывается. И Рубина уходит в вентиляцию, кстати, где может, в принципе, с Бабски пересечься. И вот тайминги-то какие здесь будут, походу. Бабски... Да бог ты мой, серьезно? Рубин пошел глубже смотреть. Ну, пока что все неплохо складывается для Рубина. Но могло закончиться и плохо. Если он вернется обратно, он может не ожидать, что Бубский здесь все-таки находится. Нет, остается в районе аквариума. Ну и пока Трикет никуда не торопится действовать. Собирают инфу какую-то. Выманивают гранаты из Нордвинд. Ну, гранат еще не нормально так остается. Ой-ой-ой, Тенски. На девятку. Проходит. Оу. Как же это больно. Прицел не там держал Тенски на уровне, да, ягодиц. И, конечно же, забрать такой позиции нельзя. Но Кроман хорошо включается. Бороб с Юшну наконец-то проснулись. Нордвинд. Ситуация 3 в 4. Но по-прежнему есть игрок в секрете. И два тиммейта к нему перетягиваются. Выход будет под рампу. А Бобский здесь забирает Рубина. И все-таки он переиграл в этом противостоянии. И вот теперь-то проблема у Нордвинд, потому что нижняя точка под контролем. Да ладно, Хелзерка вырубает еще. Эти СГшки, как же жестко они стали использоваться. Так вот и я про то, что это по сравнению с Аугом немножко неравноценно, возможно, даже. То есть, ну, у тебя есть прицел, и ты можешь ваншотнуть в голову. Ты понимаешь, что раньше, когда были Ауги, из-за того, что были Ауги чуточку дисбалансны, да, и например, там да, то есть люди не использовали СГ и забыли про них. Да, но когда внесли баланс в Ауг, люди подумали, а давай попробуем СГ. И просто вау, типа, СГ-то еще круче, почему мы ее не пробовали раньше? И это такая ситуация, что сейчас все с СГ-шками бегают, и даже защита старается их подбирать. Так я до сих пор вспоминаю, когда юмпы были имбалансными, они как М-ки стреляли на дальнем расстоянии, одинаковое количество урона практически наносили. И ты можешь бежать, и у тебя спрей практически... Ну, точно летит. Да-да-да, он точно летит и практически не разлетается. Да.
Были времена, и девятые теки тоже рашили. Ой, ну вот это вот сказочные времена, когда тек был боевым. Сейчас, конечно, это не то. Для команды атаки разве что. Ну да. Ну и что теперь Трикет придумают в этом раунде? 14-9 счет. В двух шагах они до победы на своей карте. Ну, Нортвинд за защиту, к сожалению, ничего показать пока не могут. Слишком на шаг впереди всегда Трикет. Посмотри, они все прочитывают. Ну, да, аркада нуля, бабские на девятке. Он слышал все эти передвижения. Он понимает, что, скорее всего, ну, как минимум два или три игрока находилось сейчас на нуле дефенса. Могут тиммейты начать резко аркать в другую сторону. Сьюж тут уверен, такой спрей по мейну. А тут, кстати, такое чувство, что Хелзик сейчас выйдет. В конце концов, Тенски с МБ-9 есть минус один. Ну, в упоре хорошо этот девайс работает. Разменять не получилось, не залетает. И в итоге здесь Хэри еще и своего приговаривает. Но ситуация уже 2 в 3, правда, Хэри красный. И Экро, правда, с ВП. Бубский Экро вдвоем. Нет, все. Экер последний, там 30 секунд на таймер, нужно дойти до девятки забрать бомбу. А он не пройдет и даже Хелзерка. И для Хелзерка авик бесплатный. Да, плюс куча девайсов, на самом деле, для Нордвинд в этом раунде. Там и СГшки подобрали, и калаши, и АВП. Ну что, 10-14. У Хундена там 15 тысяч долларов было только что. Это огромное количество денег, конечно. Это долгий процесс, на самом деле. Но в плане того, что вы рассказываете сейчас, на это уйдет много времени. Разминка занимает в среднем там 30-40 минут. Ну, да, да. Это не так просто вам рассказать, конечно, разминаемся. Этих упражнений куча есть. О, а тут куча через крип повалил. Ты посмотри. Тенски спреем. Забирает борб. Красный прошел по точку Б с Юш. И это и крайний антрефрактор. Что вроде бы ситуация 4 в 4, не все так плохо для команды Трикет за атаку сейчас складывается в этом раунде. Ну и теперь Тенски уже не стоит открываться под экором. Он спалил свою позицию, дискредитировал. А Сьюш на нижний, снова в аквариуме. Вот есть ли инфа по нему, похоже, была, но Хэри не перестреливает. Вот зачастую именно в индивидуальной стрельбе Трикет на шаг впереди. И часто это заканчивается плохо для Нортвинд. Из-за этого они, в принципе, и страдают. То есть сколько раз не проходил игрок в секрет, он постоянно ходил энтрифрактом. Так, 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 по горячим следам Кроман подвигается спины и видит целых две. Одного срубил, а дальше сразу же размен бабский. Но не расстояние... Залетело. Расстояние, и, конечно, спрей не пошел. С первого, если бы вот... Смог бы с первого спрея положить. Да, тогда бы, скорее всего, перевелся бы на другого. Ну, а так ситуация 2 в 3. Да, красный Сьюж, но уже падает рубина. Остается последний Тенски, один против троих. И, скорее всего, это 15-й для Трикет. Я не знаю, что здесь может спасти Тенски. Забрать только девайс Экера, забрать ЭВП, уйти его засейвить. Ну да, то есть он вроде бы идет в спину, но он уже идет лицом к лицу сражаться. Слишком медленно, и уже по таймингу его будут ждать. Забрать ЭВП и засейвить, наверное, это то, что сейчас, в принципе, на уме у Тенски. Так, и Тенски. Ну, он сюда подошел, чтобы, если что, убить игроков, которые отбегают. В итоге он за ЛП всегда вернуться успеет, поэтому расположился где-то между, грубо говоря. Я до сих пор не понимаю, как экономика у Хуна настолько высока. Ну, то есть у тиммейтов там по 3-4 тысячи. Он почти не погибал, по-моему, десятка. Очень много фрагов давал. Ну, настало его время, да. Судя по всему. На карку. Ну вот, как я и говорил, Тенски дал фраг, забрал ЛП, засейвил, но это 15-й для Трикет, это 5 мап-поинтов сейчас для датского коллектива у норвежцев. Что по деньгам? Благодаря тому, что Тенски засейвил ЛП, бай будет неплохим, но такое ощущение, что просто какой-то стратегический тупик у Нордвинд, они не понимают, что им делать. Да, вы еще ЦЗ вспомните. Это нормально, здесь злоба все время 1.6 вспоминает, поэтому... Да. ЦЗ это еще... Скоро и до Half-Life дойдем. Вот я в него не играл, скажу. Half-Life? Да. Ты многое потерял. Crossfire. Какая это была карта. Особенно, как ты договариваешься без ядер, и кто-нибудь ее нажмет, как всегда. Это самая была тема. Плюс чат, кто играл в Crossfire, в Half-Life. Сейчас плюс чат накидают те, кто в Crossfire играл в фри-то-плейный шутер. Азиатский. Который аналог Point Blank. Думаю, здесь таких людей-то побольше будет. Кстати, это, наверное, одна из самых популярных игр фри-то-плейных. Первый раз слышу, они, скорее всего, да, это одна из самых популярных игр. Я просто разговариваю, ну ладно, потом. Но тем временем у нас протекает уже вовсю 26-й раунд. Нордвинд обороняются из последних сил, но не получается у них защиты практически ничего. Трикет постоянно их
хитростью какой-то берут. Но вот сейчас секрет никого не заслали. Ой-ой-ой, Хелзерк настолько в упор подойти. Да, конечно, дал фраг, но тут же получил размены. Непонятно, кому на руку такие размены. Как по мне, так трикет. И врывается через мейн. А вот здесь-то укрепление серьезное у Нордовинд. Девятку Невитенский не увидел игрока. Атаки выходящие, но вроде тиммейт прикрыл ситуацию большинство для дефенса. Мейн закрыли, Рома. Последний боруб. Остается спрей есть, первого забрал, там двое в будку. Ой, слушай, вдвоем в одной позиции жмутся. Забрать бомбу, уйти на рампу. Так, наверное, то, молик сейчас... есть, выход, погибает первый, Хэри последний. От Хэрикса, кстати, скорее всего, здесь боруб-то и не ожидает. Но байтит, байтит на установку бомбы. И выход есть, и нет, потерялся боруб. Но просто какой ценой? 4 девайса. Это с Дон Степаном разговаривали на лане. По поводу самых популярных игр, и Crossfire здесь встал в одну из самых популярных дисциплин, не киберспортивных, а вообще игре, потому что это игра, которую можно запустить на любом железе, абсолютно. Хоть ты там в Бразилии в фавелах живешь, хоть ты здесь, ну, в любой другой операционной стране, любого другого достатка. Она вообще везде запустится, и ты везде сможешь поиграть в нее. Вот из-за этого она такая популярная. Понятно, будем знать. Ну, в большинстве, опять же, в других странах, не европейских. Втроем теперь через улицу выполняет тот самый популярный раунд Трикет. Екар уже находится на 2D за красным боксом. Сейчас Тенский подставится под него. Вот он, кстати, исполнение такое крайне аккуратное. То есть, допустим, в случае с тем же самым Кениесом, который любит сыграть на нюке в атаке с АОП, он, допустим, может спокойно встать на этот красный бокс и позволить себе вот такую вот игру. А тут только голова была видна. Этот мув принес команде Трикет энтри фраг. Но Трикет понимает, что... Норвежская команда не так проста, и здесь нужно не было, чтобы недооценки в первую очередь. Пока что размены в пользу Трикет, находит Хелзер фраг, казалось бы, для себя, но Бороб каким-то чудом его перестреливает. Рубиня и Хэри остаются вдвоем сейчас против четверых, да, Бороб красный, но их жмут уже со всех сторон. Ой, патроны такого начались не вовремя. Что происходит? Самоубийство от Бороба было. Рубина 4 хп, да. И он уже понял, так, ладно, по времени пойду через девятку, судя по всему. Именно там, кстати, бомба и лежит сейчас. Слушай, там два игрока на... А, она на 9 осталась. Да. Оу. И два игрока на... То есть 30 секунд на таймере, нужно бегать через улицу к девятке, Рубина идет именно сюда. И у него есть шансы положить дым и даже потянуть время, он слышит первого, но... Ну, здесь 4 хп. Я рассчитывал, что он там дым откинет, пытается залезть туда, еще что-нибудь придумает. Но пошел сражаться и в итоге проиграл. 16-1 заканчивается карта нюк, друзья. Все-таки сильнее оказались здесь датчане. Смогли дать, ну, хороший отпор достаточно за сторону атаки. А впереди у нас карта оверпас. Да, для меня, конечно, это шок, что настолько у Nordwind ничего не получилось в защите. Ведь Трикет-то, по сути, ничего такого сложного и не делали. Постоянно чисто перестреливали где-то индивидуально. Байтили вот, Хелзерка. Да. И вот эти мувы все... Ну, то есть у Nordwind были все шансы, но Трикет молодцы, на своей карте доказали, что в атаке они хороши. А вы, дорогие друзья, не забывайте забегать на сайт Lootbet и использовать промокод SMASH, который удваивает ваш первый депозит до 100 евро. Поэтому, если вы хотите положить кругленькую сумму на свой счет на Lootbet, почему бы ее не удвоить? Мы уходим на небольшую рекламно-музыкальную паузу, вернемся на следующей карте, пик команды Nordwind, Overpass, поэтому никуда не уходить.